Приветствую вас на нашем канале. Героиня сегодняшнего ролика – орхидеи. Когда-то про них мы только в книжках читали, а теперь эта заморская красавица поселилась почти в каждом доме. И мне часто задают вопрос, а как ее пересадить? Правильнее всего – прозрачный пластиковый горшок. Но нам же хочется красивое кашпо. Тогда идем на компромисс. Часа на два погружаем горшок в емкость с водой, чтобы растение хорошо напиталось влагой. Потом даем стечь. Для пересадки легче использовать специальный готовый грунт для орхидей. Он состоит из кокосового волокна, корней папоротника, мха сфагнума и обеззараженной древесной коры. У меня не горшок, а кашпо, то есть нет дренажного отверстия, поэтому на дно укладываю побольше коры. Древесный уголь – хороший абсорбент. Если в смеси его нет, то можно использовать активированный уголь в таблетках. Мох сфагнум применялся во время войны как перевязочный материал, так как он хорошо впитывает влагу и является антисептиком. Дренажный слой готов. При поливе влага будет стекать на дно, а потом медленно испаряться. Приступаем к перевалке. Одной рукой захватываем держатели цветоноса. Другой аккуратно обжимаем горшок, стараясь не повредить корни. Теперь растение легко вынимается. В керамическом горшке нет доступа света, а фотосинтез у орхидей происходит в корнях. Поэтому нежно выплетаем те корни, которые легко поддаются, и оставляем их на поверхности. Погружаем орхидею в кашпо, чередуя слои грунта, заполняем пустоты, стараясь укрепить растение надежно. Орхидея – голый эпифит, то есть растение, которое проводит весь свой жизненный цикл без контакта с землей. А все жизненно важные вещества получает из атмосферы. Поэтому грунт нужен в основном для удержания растений. Орхидею мы замачивали, а субстрат сухой. Чтобы он не впитал в себя всю влагу с поверхности корней, поливаем. Маленькое дополнение. Скоро Новый год! Посадите на шпажку милую сову, и у вас получится достойный новогодний подарок.